снова я, руководитель детской студии мультипликации «Аниматика» Юсупова Екатерина. Переходим к одному из самых интересных и увлекательных этапов. Это создание наших будущих героев. Напоминаю, что вы сами сможете сделать ваш первый пластилиновый мультфильм без чьей-либо помощи. Итак, начнем. Если вы определили, сколько у вас будет героев и как они будут выглядеть, приступаем к прорисовке каждого персонажа. Как вы уже знаете, в профессиональных мультфильмах каждый герой отрисовывается в неограниченном количестве видов и положений. Нам будет достаточно 4 видов. Это вид спереди, вид сзади и 2 боковых вида в разных направлениях. С чего мы начинаем? Проводим 2 горизонтальные вспомогательные линии для того, чтобы нашего героя ограничить по высоте. Начинаем отрисовывать с основного вида, это вид спереди. И такими же дополнительными линиями отмечаем, на каком уровне будут располагаться голова, туловище и лапки вашего героя. Эти линии нам помогают создавать все виды персонажа в равных пропорциях, и ваш герой не будет становиться толще или выше. И когда будет готово изображение ваших героев, как вы уже поняли, из пластилина будут лепиться все 4 вида каждого персонажа, чтобы в процессе съемки он мог поворачиваться в разные стороны. И сейчас приступайте к прорисовке своего героя, чтобы в следующем занятии мы смогли его слепить. А как мы будем лепить нашего героя и почему он должен быть плоским, вы узнаете в следующем видео занятии. Пока-пока!